порвать, испачкать платье на свадьбе, что означает примета. Особое внимание стоит уделить примете, которая гласит, что порвать свадебное платье в день свадьбы – это к злости крови. Действительно, наши предки считали, что если девушка на свадьбе порвет свое свадебное платье, то отношения со свекровью у нее не сложатся. Свекровь будет лезть в отношения молодых, будет недовольна тем, как ведет быт ее невестка и так далее. То же самое касается и приметы о пятнах на свадебном платье. Считается, что загрязнить наряд на свадьбе – это к неурядицам со свекровью. Также есть примета, которая говорит, что порванное или загрязненное свадебное платье сулит недолгий брак. Если на свадьбе вы порвали, оторвали кружево на платье, ждите разногласий со всей родней мужа. Оторванная от свадебного платья пуговица сулит вам с мужем долгую и счастливую совместную жизнь. Порвать длинное свадебное платье – добавить себе хлопот в семейную жизнь. Порвать короткое свадебное платье – плохая примета, которая гласит, что счастливый брак, к сожалению, не сложится. Если на своем торжестве вы были в пышном платье и порвали его, ждите сложностей в семейной жизни. Однако, как правило, эти сложности больше касаются быта, нежели отношений с мужем. Порванное свадебное приталенное платье может сулить неверного мужа. Порвать, испачкать платье на свадьбе – отзывы о примете. Марина, 33 года, прямо у входа в ресторан наступила на подол платья, немного порвала его. В браке с мужем уже 12 лет, главное верить, что все зависит от вас, а не от примет. Игорь, 30 лет, жена уже в ресторане сильно порвала платье, родственники сразу начали ей рассказывать о том, что ее ждут ссоры, разногласия со свекровью. Благо ничего из этого не сбылось. Мою жену мама приняла как родную дочь и отлично с ней ладит. Алина, 25 лет, уж не знаю, что сработало, примета или просто совпадение, но на свадьбе во время первого танца порвала платье, а через полгода после свадьбы начались ссоры и с мужем, и с его мамой. В итоге через год развелись. Юлия, 45 лет, я замужем уже 20 лет. На свадьбе посадила на платье огромное пятно. Бабушка мужа сразу начала рассказывать о том, что это к несчастью, к ссорам. Слава Богу, что здравый смысл и наши чувства с мужем сильнее, чем приметы. Сбывается то, во что веришь. Верить в приметы о порванном свадебном платье или нет, решение только ваше, но мы советуем вам не зацикливаться на подобном и получать максимум удовольствия сначала от свадьбы, а потом от совместной жизни. Также мы расскажем о таких приметах.